ложки хорошие из дома взял. Ну, теперь они здесь останутся. Можно отмыть, в принципе, если свинцом не брезгуешь. Я куплю тебе две ложки, господи. Друзья, всем привет! Сегодня у нас такой гаражный выпуск самоделки Паша, в котором я расскажу вам, как можно быстро и просто изготовить груза для донной ловли из обычных столовых ложек. Будем заливать свинец в столовые ложки, и получатся отличные груза для донной ловли. У меня впереди предстоит рыбалка на налима, где я буду забрасывать донки на ночь. И поэтому я решил вот изготовить такие дешевые простенькие груза, которые будет не жалко оторвать в случае чего. Если будет зацеп, не жалко будет их оторвать. За летнее время у меня скопилось достаточно много свинца разнообразного. Вот такого плана свинцовый мусор. Вот такие старые рыбацкие груза. И сегодня мы их все переплавим и зальем, значит, в ложки. И у нас получится такие вот отличные, ровненькие, красивые грузики в размере диапазона весов где-то от 140 до 180 грамм, как получится. Так, ну мы поставили, в общем, плавится свинец наш. Так, вот наш свинец уже расплавился. Один кусочек остался, вот сейчас подходит уже все. Вот они, наши ложечки. И сейчас будем в них заливать свинец. Ну что, у нас все готово. Делаем первую пробную заливку. Так, ну вот как можем заметить, вот здесь вот в этой ложке хорошо получилось. А эта ложка, она более толстая, и она не смогла нагреться, и поэтому свинец сразу застывал. Поэтому здесь мы сейчас сразу его перельем. Вот обратно. Он сейчас быстро там растает. Вот. И сейчас мы его заново перельем. Ложка уже нагрелась, я думаю, нормально будет. Вот. Ну а этот можно прям сразу остудить, так сказать, вот в этой воде. Все, он прям сразу слазит. Все отлично. Ложку сейчас подогреем опять, чтобы воды не было. Можно так подогреть, можно еще проще подогреть с помощью газовой такой горелочки. Сейчас это подогреем, это. Все, можно заливать снова. Итак, вот в этот раз получилось просто идеально. Этот груз можно уже вытащить. Сейчас они немножко схватятся, и мы их в воде остудим. Ну, в принципе, можно уже начинать. Прям груз сам слазит с ложки.
Итак, вот получились какие замечательные груза. Ну, осталось только просверлить дырочку. Пожалуйста, груз готов. Итак, ну что, мы закончили отливать наши груза. Теперь осталось только просверлить отверстие для крепления на леске. Итак, вот получились наши груза. И осталась только небольшая деталь, доработать на наждаке отверстие, чтобы не было зазубренной, леска никак не могла порваться. Ну что, друзья, вот и закончилась сегодняшняя наша работа по изготовлению грузов. Вот такие отличные груза получились. Весом, сейчас мы их взвесим. Ну вот, к примеру, этот 190 грамм. А этот 162 грамма. Ну вот, примерно от 160 до 190 грамм. По-разному они все весят, конечно, но для наших целей они подходят. 150 грамм вот. Для оки самое то. Друзья, ну что, вот такие вот замечательные груза получились. Надеюсь, скоро опробуем их на оке, на ловле налима, на донке. Так что на этом все у нас сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!